Уперлась. Блин, вот тут у меня все запутано. Ну все, короче, здесь надо менять полностью постовуху будет. Дома разбираться я здесь не разберусь. Видите, я что и говорил. Не надо жалеть, не было металлопласта. Надо ставить длинные. Пошла, 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 пошла. Подматываю. Подматываю. Так, мой поводок пошел где-то рядом. Осторожно. Постовуху держим, чтобы всегда успеть отпустить. Давай. Заползай. Не хочет в лунку заходить. Мордой крутит. Так. Оказалось-то подкилишник, ё-моё. Оборолась как нахрен за трёху. Ну и тому хорошо. Селигерская рыба вкусная.